Друзья, мы по приглашению не просто так отправляемся посмотреть на Орви. Я там смотрю, уже здесь целая экскурсия. Светочка, ты откроешь мне дверку? Нет, тут говорят, нельзя снимать. А, нельзя снимать? Да. Тогда не будем. Нет, а... просто накидано, некрасиво. Некрасиво. Тогда... Не надо, но... Бардак. Они, у них там бардак и говорят, что бардак не надо снимать. Ну, тогда поснимаем вот снаружи. Раз они бардака стесняются. Это целый Мерседес. Посмотрите-ка. Это не просто так. А Мерседес. Тут у него вот выдвигается какая-то часть хозяйства. Так. На самом деле он довольно компактный. То есть бывают гораздо более здоровенные вот эти Орви. А этот небольшой. Я, в отличие от вас, уже побывал внутри. Вот. Ну, может быть, нам скажут пару слов, что там внутри. Вот здесь большая кровать слева. Ну да, которую можно на две кровати сделать, можно на, как бы сделать на кинг кровать. Ну сколько человек может спать? Ну вот сейчас мы втроем спим с ребенком, три человека там как бы комфортабельно спят. Так. А вот этот диван, который разбирается на два вот полных. Тут, вот тут, да, диван, да, вот тут спереди диван. Queen size. А вот там сверху, вот сверху, тут общем, еще кровать какая-то. Такая типа как полка. Да, там как в вагоне, да. В вагоне. Верхняя полка, на которой у нас спит ребенок. Ну, у нас специальная защита идет такая, ага, для того, чтобы она не падала. И она там спит и страшно любит. Вот если такая штука новая, например, да, покупается, сколько стоит? Ну, это сложный вопрос. Где ее покупать? В Калифорнии они стоят дорого. В Калифорнии они стоят в районе 100. Подожди, а можно что, уехать в Орегон и купить за полцены? Нет, не так. Мы первую, у нас это вторая. Первую мы купили в Юте. Они здесь подобные, с трудом их было мало, можно было найти за 95. Мы купили за 76. В Юте? Да. У них MSRP, той, которую мы купили, было 107. То есть Manufacturer Suggested Retail Price. Да, да. 107, да. Значит, они здесь продавались где-то 95, их было очень мало. Угу. Особенно тот цвет, который у нас был. Мы купили в Юте за 76 тысяч. Попользовались 2 года, потом продали ее за 78. Они держат цену. Потом взяли эту. У этой MSRP 122. Угу. Мы за это поехали в Тексас, потому что опять цвет. Вот этот цвет. А как вы знали, что в Тексасе есть? Ну, интернет существует. Так, окей. Все на интернете. То есть вам хотелось вот именно этого цвета? Да, нам хотелось именно этого цвета, который стоит оригинально на 7 тысяч дороже только за цвет. За краску. Да, потому что считается full body paint. Вот, и за эту краску, как бы, они еще берут в MSRP, добавляют 7 тысяч. Ага. Вот. А в Калифорнии их просто не было, потому что им выгоднее продать более дешевые, чем более дорогие. Ну, в смысле, тяжелее. А, они пытаются продать более дешевые модели здесь. Ну да. Так. Да. Вот. Мы полетели в Тексас, и гнали ее из Тексаса. Мы ее взяли за 83 900. Ну, считай, 84. При том, что у нее MSRP 122. Ну, то есть вы довольны. Вот здесь, были, здесь, да. Здесь за вот те дешевые, которые на 7 тысяч, здесь просили 90. Я понял. Просили. То есть имело смысл да, прокатиться. Слушай, а сколько она жрет вот бензина, если? А это как ездить. Если ездить, как они рекомендуют, 55 миль, 60 миль в час, но не больше 65, то да, 15-17 миль на галлон. Если ездить, как я, 75-80, то у меня получается чуть меньше, 14-15 у меня получается. Ага. Ну, вот, но когда едешь на такой 75-80, нет ощущения, что ты не можешь затормозить, если как что? Как на Вене. Угу. То есть это фактически драйвится как Вен. В этом ее преимущество. Там все остальные RV драйвятся как траки. А по ширине она не очень стоит так? Стоит драйвей у нас. Ну да, но... То есть когда, на дороге ты как себя чувствуешь? На хайвее, вот как ты идешь? Как Вен. Вот как ты драйвишь Вен? Вот как я на своем езжу. Угу. Ну, чувствуешь немножко побольше, да. А каким образом вы пришли вот к этому виду отдыха? Ну, мы в 93-м году купили Евровен Volkswagen, да, в котором крыша поднималась, там было 5 спальных мест. И с 93-го года мы 17 лет им пользовались. Наездили 77 тысяч, не так много, но мы не пользовались. Он же небольшой вроде, да? Да, он небольшой, но он очень удобный. Угу. Вот. Их очень мало было.
Их поставляли в Америку нечетные годы. С 93-го, 93-й, 95-й, 97-й, 99-й, 2001-й. А в 2003-м году их закончили поставлять. Вот это был последний год, когда их поставляли. И на них был дикий демант. То есть их потом, как совершенно для меня неожиданно оказалось, когда мы решили его как бы продать после 17 лет, оказалось, что я его продал за 15 тысяч. А покупал? За 22. Okay. 17 лет назад. Хорошо, да. Вот. Вот. И как бы 15 или 16 даже, я не помню. Ну, совершенно какие-то... Я их сейчас практически не вижу их на дорогах, редчайшие случаи. Их очень мало, просто мало было в Америке. Нет, они есть. Они есть. Есть еще с кухней такие же, которые еще выше. Да, которые еще выше котируются. Но жена поддерживает? Ну, так она как бы больше... Я инициатор этого. Она не поддерживает, она инициировала это дело. Когда приехали в эту страну, да. Так случайно получилось, что на первое, куда мы попали, это была Рвишо. И вот я тогда заболела этим. Слушай, тогда... я вот слышал историю о том, как вы самый первый раз поехали отдыхать и не очень еще говорили по-английски. И, значит, там вам не меняли постельное белье в номере. Это не так было. Это было не так. Это уже искаженное. Это такая история. Это я рассказывала. Это искаженный уже вариант, потому что это было в эмиграции, это было в Вене, и английский был ноль. Вот. А, это не в Америке было? Нет, это в Вене было. Мы просто в Вене жили, все ехали в Италию, а мы в Вене были 4 месяца. Так, и мы жили там в шикарнейшем отеле с белой спальней и так далее. Это на пути в Америку, в эмиграцию. Да, так. На пути. Вот, мы жили в... Ир, ты бы рассказала сама. Я не хочу быть на Ютубе. Окей, и это самое. И там была шикарнейшая гостиница. Причем владели этой гостиницей такой Дэнди был. И актриса бывшая. Вот. И ну, для нас было только что как бы 88-й год, да, вот только мы уехали в 88-м году, мы вот Киеве первый раз увидели там и так далее. Вот. И гостиница была совершенно вообще это шикарнейшая. Она иммигрантская такая была гостиница. Вот. И сначала мы бы жили в одном номере, очень удобном для нас, потом вообще переехали в номер с белой спальней. Ну и когда мы какое-то время прожили, и как бы нам постель долго не меняли, Ира как бы решила обратиться к нему и как бы попросить поменять постель, а как сказать постель. Вот. Она не знала, что это шиться. Она посмотрела словарь. Она подошла к нему и как бы говорит, что «Are you going to change my underwear?» Да, да. Вот, и он как-то немножко прибалдел. Вот, ну и как бы вот вся история. Просто как бы незнание языка. Я слышал немножко в другом изложении, что вы там уже были в Америке, первый год куда-то поехали отдыхать там. Нет, это было в Австрии. Это было в Австрии, это было в Вене. Вот. Нет, это другая история. А здесь вот, как возвращаясь к тому, да, вот мы по 17 лет поюзали этот вермы. Тогда дети были маленькие, они с нами везде ездили, они спали на этой второй крыше. Там поднималась крыша наверх. Дети к этому относились положительно? Тогда да. Тогда да. Вот. А потом они как бы его использовали просто как вен, этот вен, чтобы когда чего-то надо было перевезти, когда они уже выросли. Но мы сами как-то остались в этом вене, они уже как бы перестали с нами ездить. Ну и мы решили, что надо уже попробовать что-то более серьезное. И мы, продав этот вен, купили маленькую Орви юзанную, Риалту, тоже на этом же вене, Volkswagen, но уже третьего года. Это была очень маленькая Орви, там оно было фактически на трех человек. Вот, с маленьким холодильничком. Ну, третьего года был, как бы. 2003 года, да. Там был вот маленький вот такой холодильничек, который надо было на коленках. Он стоял на полу, и поэтому на коленках его надо было залезать. Но в Volkswagen не было холодильника или был? Нет. Volkswagen с кухней, которые в них есть холодильники, в том не было. В том Volkswagen поднималась крыша, в нем было два спальных места для детей, и сиденья раздвигались ровно в одну линию, флэт абсолютно была эта линия. И все, и в общем там удобно было спать, и как бы вот все его удобство было в этом, что в нем очень было удобно спать, комфортабельно. Но мы хотели Орви, вот мы поюзали 2 года вот эту вот Риалту маленькую, вот поняли, что нам это нравится. Единственное, что нам надо больше. То есть вы освоились с кемпингами, со всеми этими делами, но, скажем, по американским законам вы не можете остановиться где-нибудь вот там, ну, где хотите. Можем.
Мурман, и спать там. Да. Во-первых, официально можно вставать на паркинг. На RV можно вставать. Ты можешь обратить внимание, у Walmart'а часто стоит много RV. Возле офис Дипа стоят. Возле офис Дипа стоят, угу. Возле Walmart'а стоят. На больших паркингах, угу. Во-первых, больничных, госпиталях, угу. Walmart, вот, угу. Дипа, можно стоять. И как бы люди иногда и жить прямо, живут, вот, да. То есть можно там спать. Да, да, просто так люди и делают. Угу. Вот. Но мы как бы обычно где-нибудь встаем, где нам нравится, где... Ну, просто уже избаловались, мы как бы предпочитаем все эти уже фасилитис, которые у нас есть, использовать, да. Полную катушку, то есть вставать там, где есть хукап, то есть где есть вода, электричество. Да. Но когда просто путешествуешь по всем трассам, дикое количество RV-кемпингов, там все эти хукап стоят от 18 до 30 долларов ночи. Угу. То есть там тебе и вода, и электричество, и кейбл. А туалет у нас свой. Ага. Туалет у нас свой. Ну, его же надо как-то сливать. Да, слив. Все. Да. Там да. Этот самый слив, и мы подключаемся полностью, и все. Вот тут, где мы находимся, интернет есть, вы можете с лэптопчиком посидеть? Да. Хороший, нормальный интернет? Я не знаю, он в принципе есть, но я пользуюсь через телефон Фоксом этим. Ну да. И все. Ну, я вчера фильм смотрел без одного стопа. Угу. То есть вот. Нормально? Да. То, ну, я поставил здесь телефон заряжать, поскольку он у меня сел. Да. А там сидел и смотрел фильм. Вот там? Да. Да. На чем? На лэптопе. Ну, то есть на нормально? На YouTube нормально. Смотрел, да. Хорошо. Да. Ну что же, спасибо. Да. Я вот в таком антураже мы тут... Да. Отдыхаем, короче. Ехал.